В Роспотребнадзоре подсчитали сумму штрафов, которые получили россияне за несвоевременное прохождение тестирования на COVID-19 после возвращения из-за рубежа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. По информации Роспотребнадзора, в общей сложности граждане России получили штрафы на сумму 23 миллиона 75 600 рублей. В ведомстве напомнили, что в соответствии с правилами, сведения о результатах теста на коронавирус необходимо вносить на портал государственных услуг в течение 3 дней после возвращения в Россию. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что только 3 из 16 стран, которыми Россия возобновила авиасообщение, по всем критериям соответствуют эпидемиологической обстановке. Там отметили, что только на Сейшельских островах, в Танзании и Эфиопии обстановка считается безопасной для путешествий на фоне пандемии коронавируса. 2 из 3 критериев соответствуют Киргизия, Египет, Куба и Мальдивы. 1 из 3 – Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ, Южная Корея, Сербия, Япония. 23 сентября возвращающихся в страну из-за границы на самолеты россиян обязали соблюдать дома режим самоизоляции. Согласно постановлению главного санитарного врача России Анны Поповой, прилетевшие на родину граждане обязаны находиться на карантине до тех пор, пока не получат результат ПЦР-теста на коронавирус, который они должны сделать в течение 3 дней с момента прибытия. Если видео было вам полезным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.